Привет, коллеги. Слышал, вы неплохо продвинулись. Уже не терпится увидеть рабочий прототип. Еще остались мелкие недоработки. Устройство иногда ведет себя непредсказуемо. Мы пытаемся выяснить причину. Друзья, благодаря вам мир изменится к лучшему. Я горжусь вами. Отличная работа. Короче, берите прототип и приезжайте. Хочу вас отблагодарить. Жду у себя. Ох, чувствую, отблагодарит он нас мешком денег. А что если он нам даст долю в компании? Черт возьми, да мы же будем богаты! Дай 5! А? Богаты! Я себе сразу тачку возьму. И дом. Какого хрена? Да! Вы кто такие? Пустите! Вы с кем-то нас перепутали! Отпустите! Освободите нас! Не дергайся! Ты свободен! Поехали, кончай второго! Наконец. Ты ехал дольше обычного. Я уже стал переживать. Когда чего-то ждешь, время тянется целую вечность. Прототип у тебя? Дай посмотреть. Не понимаю, почему ты еще жив? Мои парни должны были давно тебя прикончить. Жопорукие кретины. Наверное, с детства мечтал стать великим ученым, изобрести что-то неординарное, способное изменить мир. И браво! У тебя получилось. Считай, что твоя миссия выполнена. Мои ученые сами доработают формулу. Ты больше не пригодишься.
дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг беде не носит лишнего. Теперь я выбираю место. Я же сказал, ты мне больше не нужен. Адьос, изобретатель. Денис, ты не двигался уже полчаса. Может, у тебя солнечный удар? Не пугай меня так. На попей водички.